После ЦСКА, получается, поехал в Турцию. Там не получилось, так как там русского вернули, то есть. Вот. Ну, сначала аж не за мотор взяли, сначала за ЗНТ выступал. Ну, коли вот буквально 2 недели назад сказали, что уже, то есть, как бы в первой команде, то есть, то, конечно, обрадовался очень сильно. Ну, если чисто для меня взять, то, конечно, это большой опыт и тренироваться с такой командой и с такими игроками на таком высоком уровне. То есть, для меня это большой, как бы, прыжок вверх. Ну, скажу так, что с такой командой, как мотор, я же пока не тренировался такого уровня, как бы, то есть чувствуется уровень, что намного повыше тех команд, в которых я выступал раньше. Я думаю, что все-таки скоростной гандбол. То есть где-то он сейчас на первом плане, то есть что если будем быстро играть, то есть то проблем не будет. Защита, то есть там и в защите, конечно, пожестче нужно сыграть.